Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is My Life. Впереди стоит машина судного дня. Ага. Вы можете посмотреть про нее ролик. Где-то в глубине, в начале нашего канала я делал ролик про эту машину. Вот. А у нас сегодня... Первый день! Как Шуфутинский пел, 3 сентября, да? Сегодня не 3 сентября, сегодня 26 августа. Но официально для наших учеников сегодня начался... 1 сентября началась школа, и поэтому мы всех поздравляем с началом... А, начался учебный год. Да. Поздравляем всех с началом учебного года. И возобновляется серия наших коллежских влогов. Сегодня у меня было 2 урока. Вообще в этом семестре я, получается, беру 2 класса, которые мне нужны для моего просто, как бы скажем, образования, и для специального 2. Так вот, я беру географию, я беру human development, и еще у меня будет 2 класса, которые именно по моей профессии. Сегодня я была на географии, в общем, это женщина. Извини, Зайк, я тебя перебью. Вот для тех, кто не смотрел более ранние влоги коллежские, и для тех, кто немножко находится в замешательстве, я сам просто так вот только что окунулся, думаю, 2 класса для образования и 2 для диплома. Типа, зачем образование? Смысл в том, что в Америке немножко другой подход к составлению расписания, и расписание себе составляет, вернее, студенту составляет не колледж, не декан, ну, не там, не этот, не зауч, а ты делаешь это сам. Но есть, как это сказать, база, есть критерий. То есть для того, чтобы получить диплом, там, например, вот тот, на который учится Маришка, есть специальные предметы и есть, которые надо пройти. Вот этих, которых, например, 10, но из них ты можешь выбрать 5 любимых. Да. Поэтому у Маришки в этом семестре 2 специальных обязательных. И 2 общеобразовательных, которые она набирает просто из кучи. Вот которые можно, вот ты, да, решила взять это. В общем, я уже под конец сидела, смотрела на нашу... У нас профессор по географии, женщина молодая. Смотрела и думала, блин, что меня в астрономию не поперло, может, там бы было легче. Ну, не легче как-то, ну, не знаю, в общем... Может, тебе костюм дали? Да, астронавт. В общем... Космонавт. Она бы могла быть, вот знаете, как есть духовная связь, она помогла быть какой-то астральной матерью нашего Сашки. Она, у нас Саша очень... Астральным учителем. Она очень, наш Сашенька очень четко следит за временем. Значит, если я встаю, мама, ты встала на 5 минут позже. Или если, допустим, я делаю прическу наверху в ванной, спускаюсь им, ну, там, давать завтрак, сегодня на 3 минуты раньше. Он очень все четко смотрит по часам. Он, когда я сказала, что у нас в этом году учебно начинается новое правило, что мы будем чуть-чуть, ну, я гораздо раньше встаю, дети чуть-чуть там раньше как бы встают, да. Говорю, вам нужно будет раньше сесть, нету времени на какие-то там посидеть 40 минут покушать. Будем все быстро, говорю, четко по графику, да. И он такой, он в воскресенье вчера тренировался, есть на время, понимаете? Он засекал реально на секундомере, думаю, боже мой. Ну, в общем, он очень следит, кто, чего, как, и все по времени. У него четко живет расписание. Да. И вот она такая же. В общем, я зашла в класс чуть-чуть раньше ее, но позже, чем класс начинался. И она потом предупредила. Она стояла просто в коридоре, но еще потом люди какие-то доходили в класс, но я не последняя была. Она сказала, что... Ровно в 30 минут я начинаю читать список. Вот у опоздавших есть время заявиться в класс, пока она заканчивает читать. Опоздать обычно, говорит, на номер своей фамилии, может. Да, обычно она говорит, я на это трачу 2-3 минуты. Мы не будем это типа долго там Маша и сидим там Машу еще. Вот. Если вы кто не успел, тот опоздал. Если 2 раза ты вот на эту перекличку опаздываешь, то это у тебя 1 пропуск, 3 пропуска, ты заканчиваешь обучение.
что еще из такого? Она вначале она мне показалась, вот, ну не считая вот этого, как-то она мне показалась очень забавно. Она очень рассказывала весело о том, что мы сделали все правильный выбор, что мы пошли именно в Эль-Камино колледж, что когда-то в свое время, когда она в Лонг-Бич в колледж, такой вот коммунити колледж пошла, да ее там типа все фу-фу-фу, ты в коммунити колледж учишься. Но она считает, что это очень хороший старт для образования. Ну и, в общем, там, очень она это ну, все в общем, красочно на нее все рассказывала. Фу-фу-фу говорили, а сейчас она преподаватель, профессор в колледже. Да, ну, в общем, не суть. Она о том, что говорит, это хороший, ну, как шаг в дальнейшем идти на всякие вот эти, на professional degree, на все остальное, на профессора, чтобы быть профессором, допустим, вот если как она сейчас, она имеет там и докторскую степень. В общем, она была такая веселая и забавная, пока не начала оглашать свои вот эти вот все правила. В общем, она не хочет, чтобы мы записывали за ней лекции. Но она говорит, я за то, чтобы учились, не за то, чтобы тяжело и много работать, а за то, чтобы учиться умно. Умно, да. Она говорит, типа, приносить как бы тоже, говорит, меня раздражает, допустим, когда кто-то в ноутбуке что-то набирает, когда я говорю. Поэтому, говорит, вы распечатаете дома лекции, которые я скидывать буду, ну, каждому уроку. Вы их приносите. И если я, помимо того, что вот у вас есть на слайдах, буду что-то говорить, часто я на доске рисую какие-то диаграммы, говорит, то вы просто записываете это от руки. Подожди, она ту лекцию, которую будет вам читать, она накануне вам скинет? Да. Ты ее распечатываешь, у тебя есть эти слайды. Прикольно. Из Канвы, да? И уже от руки, значит, она говорит, конечно, я знаю, что вы скажете, мы можем прям выносить поправки в этих лекциях, типа дописывать что-то под ним. Она говорит, меня вот раздражает, когда я говорю, а там чик-чик-чик-чик-чик. Говорит, поэтому не надо так делать, будем от руки дописывать. Ну вот у нее свои правила. Короче, со своими закидонами. Да, да. По поводу телефонов, у нее тоже достаточно строго она к этому подходит. Не так, конечно, как миссис Сервантес, но у нее тоже своего хватает. Она говорит, я разрешаю в течение семестра быть застанным типа 3 раза за использованием телефона. Это, говорит, мне все равно, говорит, не надо мне рассказывать, чего вы там делаете, вы там, блин, отвечаете кому-то на имейл, по работе, говорит, я понимаю, но, говорит, я не думаю, что это может случиться у человека чаще, чем 3 раза, ну, типа, в семестр. Очень много будет каких-то этих квизов, короче, очень много тестов, очень много экзаменов. Книга, которую она хочет, чтобы у нас была в классе, можно купить в нашем книжном магазине в колледже, она не продается, ее можно купить только в интернете. Стоит она очень старого издания, она стоит $20, но если, типа, говорит, вы хотите, купите, это будет, в принципе, похоже на нового издания в нашем книжном магазине, она стоит $175, я сразу подумала, что мы не хотим их покупать, мы купим на Амазоне. Плюс мне нужны цветные карандаши, потому что у нас еще будут такие, типа, контурные карты. Тесты по карте. Контурных карт не будет. Я в курсе, я еще. Тесты по карте как бы будут. Там нарисовать, зарисовать. В общем, я пока сидела и думала, может, надо было все-таки в астрономию податься. Потому что у меня был выбор, я еще могла астрономию брать. Вот. Но она сказала, что если вы планируете делать трансфер, почему, говорит, хорошо, что вы берете класс этот, если вы планируете трансфер в университет, он подходит для трансфера, он будет зачитываться, вам повезло, вам, говорит, не надо будет потом думать, просто нужно будет добирать один юнит, еще какие-то есть лабораторные работы по этому делу. По наскальным рисункам? Да. В общем, потом она говорит, ну вот сейчас я вам объясню, чтобы вы, говорит, с большего понимали вообще, о чем мы тут, да? Показала фотографию, говорит, расскажите, что вы видите. Ну, песок, ну, какие-то кустики, ну, гора, ну, еще одна гора. Небо, облачки там, по-моему, было 2 или 3 камня. А она говорит, ну, вы, говорит, мне прочитали эту местность, ну, скажем, плейс этот, картинку, да, говорит, на уровне 5-классника. Я вам, говорит, гарантирую, что ваша жизнь станет ярче и насыщеннее после прохождения. Я уже прям себе представила, как она у меня заиграет-то по-новому.
когда вы пройдете этот курс. Потому что в конце этого курса вы будете читать любую фотографию или местность, по которой вы путешествуете, примерно так. Вулканическое, значит, это вулкан. Вокруг него расположены горы, которые произошли из-за чего-то там. Вокруг него вулканическая порода, которая поддавалась какой-то там коррозии. В общем, я уже сидела и думаю, не, надо было 100% пострадав-то идти. В общем, она минут, ну, 30 описывала эту фотографию. И говорит, видимо, здесь, говорит, прошло не менее 100 лет, как этот вулкан извергался, и образовались вот эти вулканические эти, как его там, короче, какие-то наросты, или как это правильно сказать? Наросты. Потому что еще, говорит, совсем скудная растительность. Угу. Говорит, ну что, вы представляете, как вам будет классно путешествовать, да? Говорит, вы же сможете сами понимать, что почем тут. Я думаю, да. Как же я раньше путешествовала, да? Зай, может, это было бы интересно, вот уже этим взглядом взглянуть на тот же Гранд Каньон, на котором мы вот недавно совсем были. Ты хочешь его перепутешествовать? Ну, мы все равно еще поедем в другую часть, но разве это можно выучить за 3 месяца? Она 19 лет в этом крутится. Какие-то работы будут письменные, которые нужно будет писать на эту тему еще. Ну, в общем, вот по географии. А, и она сказала, говорит, давайте договоримся сразу же, говорит, и кто нарушает правила, говорит, на того может обижаться весь класс. Она говорит, я знаю, что у многих у вас где-то 5-7-15 минут между классами, иногда нужно пройти целый кампус, ну, типа пересечь. Угу. Да, ну вот как я захожу с одной стороны, выхожу с другой. Она говорит, давайте так, я вам обещаю, что ровно в 55 минут я замолкаю, и вы уходите, если никто до 55 минут не начнет собираться. Ну, типа, знаешь, как обычно, о, 15 минут до конца урока собраться угу. начинает. Она говорит, если вы мне даете нормально довести до 55 минут, 55 минут вы свободны. Если нет, говорит, то мы будем до тех пор, пока, говорит, я не выскажусь. Да. Ну, блин, это тоже так, конечно. И у нее есть правило, что по типу у нее 10 минут следующая пара, 10 минут следующая. А как она на свою пару успевать будет? Или у нее в той же аудитории? Она в одной и той же аудитории постоянно. Она говорит, я не хочу вас здесь видеть. Говорит, я вас уверяю, говорит, это будет самая большая ошибка, говорит, если вы ко мне подойдете в конце пары и скажете, у меня там есть вопрос. Она говорит, все вопросы можно 5 минут до начала класса у нее спросить, она за 5 минут до начала урока приходит на первый урок. И говорит, у меня есть офис-часы, когда 2,5 часа рада вас видеть. Говорит, но, говорит, поверьте, я запомню ваше лицо, а потом, говорит, выставляя грейд, я его вспомню, кто ко мне, типа, подходил. Это, говорит, мои 10 минут, когда я хочу вот так, типа, посидеть без вас. И еще сказала, я пью, говорит, и люблю кофе из Starbucks. Офигеть, я так может. И не поняла. Нам сразу приходить с кофе из Starbucks ползти с утра. Толкая его перед собой. Но она веселая, она шутит. Как в этих, помнишь, блин, она про кальцимузин. Да. Она вроде как и веселая, она шутит, да. Но при этом она такая, типа, с заморочками. Короче, я думаю, будет видно дальше. Она все-таки очень строгая или очень такая нормальная? Как помнишь, ну было похоже. Мне вообще физрук только нравится. 2 физрука. Вот с ними я как-то сразу понимала, что мы сработаемся, и у нас все будет хорошо. Но она сказала, что она с 7 часов утра в колледже, и до 9:30 она рада прям вот общаться все 2,5 часа. И можно любые проблемы с ней, типа, решать, начиная, блин, от непонимания структуры колледжа. Она говорит, я очень хорошо это понимаю, я, говорит, реально готова вам помогать. Кто не знает, как вот делать, ну, то, что у меня есть распечатка, вот я знаю, что мне нужно, да, а кто-то приходит и хоп, такой, типа, а, я не понимаю, зачем я беру, что я беру и зачем я беру. Она говорит, я готова даже в этом помогать. Но, говорит, утром. Не знаю. Пока я немножко, я не представляю, нет, ну, я, конечно, я как нормальный человек, я понимаю континенты, там, ну, блин, если мне тыкнуть на пустую карту пальцем и сказать, какая это река, не, ну, крупные реки, в принципе, то можно забыть. Разберёшься. Все, делаем паузу и переходим к новому преподавателю. А вторая пара была, как добиться успеха, получается, в учебе в колледже, в карьере и в жизни в целом. Вот это наш
Курс называется Human Development, а расшифровывается, ну, вот так скажем. Как-то очень похоже на платный курс. Ну, в общем, у меня такое ощущение. Типа коуч по жизни, там, как это называется, модно сейчас, коуч. Научу вас, типа, как жить, чтобы не притомиться, только мне отстегните бабло. Ей не надо отстегивать, она это. Это хорошо. Мы зашли в класс, все началось с того, что она сказала всем вот эти карты написать, ну, как обычно, типа, кто-то. И плюс она еще попросила написать не только имя, а свою цель, почему ты в колледже. Она говорит, а если вы еще не определились и только в начале своего пути, то можно писать 2-3, как бы, неважно. Она говорит, мне так будет легче с вами выстраивать какие-то взаимоотношения. Потом она попросила заполнить небольшую анкету, которая состояла из, ну, опять фамилия, имя, телефон, по которому можно звонить. Если у кого-то есть еще имейл, кроме того, который мы используем в колледже, ну, вот этот, который заканчивается на экзамене, туда, то указать ей этот имейл. Плюс, как узнали об этом курсе. Короче, полный сбор, да? Да, да. Сколько юнитов ты берешь в этом семестре, есть ли у тебя работа, если есть, то сколько часов в неделю ты работаешь. Везде все собирают данные. Она, мне кажется, знаешь, для чего их собирает, да, чтобы, во-первых, конечно, посмотреть, мне кажется, у нее тоже какой-то типа как эксперимент, да, вот, допустим, ученик, который 12 юнитов, плюс он там на полной занятости работает, типа, потянет ли он вообще это все, ну, мне так кажется. Ну, ты думаешь, это сложный предмет или нет? А я пока не знаю. Сегодня, конечно, это было как бы весело вообще. И вкусно Макдональдс. Да. Потом еще вопрос был, значит, какие у тебя семейные обстоятельства, замужем, не замужем, заботишься ты о ком-то, и нужно указать о ком-то, если заботишься. Типа, это дети, это пожилые родители, это там дядя, тетя. Ну, вот, ну, какая... Ты сказала, что мы начали заботиться о белке. Нет, еще не написала про белку. Потом следующее было, какие твои ожидания от этого класса? Любая информация, которую ты бы хотела, чтобы я знала, ну, хотела, чтобы я знала о тебе до начала, пока мы тут начнем учиться, и любой вопрос, который ты мне хочешь задать. Ну и все, мы это заполнили. Потом она, ну, немножко, ну, не немножко, они же все себя представляют, она там рассказала все свои жизненные перипетии, как она пришла к преподаванию, как она там бла-бла-бла, в общем, рассказала. И урок начался с того, что она сказала, что мы будем учиться правильно. Один из что составляет успех, что в вашем понятии успешный человек, какие есть цели по достижению к успеху, что у каждого может быть более ему подходящий вариант для достижения успеха. Короче, с тобой начинает страшно жить. Сначала ты становилась феминисткой, сейчас ты станешь нафиг успешной феминисткой, и что потом? Потом начну сам себе борщи варить, блин. Вот. Потом что было дальше? А, она попросила, дала 1.5 минуты на то, чтобы набросать, почему ты пришел учиться в колледж. Вот. Набросали, она сказала повернуться к своему, с кем ты сидишь, рассказать ему об этом. Мы поболтали с мальчиком, с которым я сижу. А потом следующее, о чем мы обменивались, тоже она устроила такой, ну, какой-то бред. Она там засекала минутами, менялись, других людей в классе находили. Ну, не бред, но я вот эту фигню всякую не люблю. Блин, бегаешь от одного к другому, что-то рассказываешь. Нужно было рассказать о том, кто повлиял на твое решение пойти в колледж, кто ты самостоятельно выбирала свою цель, или это, допустим, ну, там, родители тебе дали совет, там. Потому что вот мальчик, с которым я первым разговаривала, ну, мальчик, я подошла к этому мальчику, как к двухстворчатому шкафу, понимаешь, да? Ну, мы разговариваем, я говорю, это твой первый, ну, мы уже там обсудили то, что она говорила, а время еще не закончилось, я говорю, а это твой первый, типа, семестр в колледже? Он говорит, да, говорит, я, типа, закончил хайскул. Я такая на него смотрю, вот так, думаю, ну, классно. Чем тебя кормили, мальчик, что ты такой большой вырос? Бородатый он, понимаешь, вот, бородатый мальчик, который закончил хайскул. Стыд лось такой, блин. Ну вот так вот надо смотреть. Ну все, как бы это самое. Она все, вот у нее пунктик какой-то по пожиманию. Потому что, зайка, смотри, Антоше 12 лет. 13-14 он заканчивает... Мидл. Мидл. В 14 лет я уже был в
техникуме. Зайка, ну я в 15 лет уехала и жила в другом Понимаешь? Городе абсолютно. Так смотри, я уже был как бы взрослый человек в 14 лет, да? Плюс 4 года колледж, 18. Вот он пришел из этой, после старшей школы, они там сколько, 4 года будут учиться? Ему 18 лет, конечно, это уже... Ну, он очень большой, блин. Очень бородатый. Очень бородатый. Ну, конечно, сразу я как-то его восприняла как взрослого. Потом, когда я к нему присмотрелась, на него еще такая вот, ну, знаешь, ну, как вот... Скажи, блин, что от него молочком пахнет. Ну, не молочком. Сережа, я тебе скажу так. Когда-то, когда я рассматривала альбом моего папы из техникума, да, я думаю, боже, что там за сборище пенсионеров, да. А сейчас, когда смотришь на 18-летнего, да, ему хочется за щечки вот так сделать. Только мне, чтобы ему вот так вот за щечки бородатые сделать, перед этим на стульчик ставить, ибо не достают головы. Ну, он выглядит каким-то вот, ну, ребенком. Я говорю, ну, классно, говорю. Он говорит, а у тебя? Я говорю, ну, у меня, говорю, не первый, как бы, говорю, все нормально. Он говорит, ты чувствуешь себя комфортно? Я говорю, да, говорю, комфортно. Он говорит, да, я немного нервничаю. Я говорю, ну, говорю, я о себе, говорю, ну и дальше стоим. Я говорю, я о себе-то, говорю, чувствую себя комфортно. Говорю, ну, я, говорю, немножко нервничаю. У меня сегодня сын, говорю, вот, не дам скажу, в первый день. Он такой, ой, не надо волноваться, там, говорит, классно. Я говорю, ну, хорошо, не буду. Ну, вот, потом с каким-то мальчиком тоже, да, ну, он... какой-то очень маленький был, худенький, вот их бы скрестить, хороший парень получился. Вот. С девочкой общалась, она тоже после хай-скул только. Причем как-то такое ощущение, что так вообще самое старое. Это на гер... этом вот как научиться жить. Да, 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 как научиться жить, что-то они смотрят на меня и говорят, бабушка, что ты делаешь, учишься как жить? Тебе уже пора самой учиться. Да, и на географии, конечно, если еще знаешь, вот на child development, да, видно, ну и взрослые есть люди. А тут я зашла в класс такая, да, хорошо, что они, блин, честь не отдали, потому что, ну, ощущение, ну, я себя чувствую, там, ну, мама ихняя. Все построила, я сказала, один то написал, другой это. Как-то я себя, говорю, прям такой взрослый почувствую. Да они все маленькие, как-то все, видно, что лица детские, как, ну и ладно. А, ну и потом мы, короче, вот этим все бегали, там что-то рассказывали, наши цели жизненные, как кто влиял на наши, это. Потом она нас рассадила и попросила написать о человеке, который, ну, кто вас подтолкнул к походу в колледж, кто повлиял на ваше решение иметь образование, вот. Дальше что было? Потом она долго и нудно что-то рассказывала, и я отвлеклась, честно говоря, попила водички, посмотрела по сторонам, потом сфокусировалась опять на ней, как будто ничего не пропустила. Она очень увлекается, что мне в ней нравится, да, ну или, может быть, оно со временем начнет не нравиться, она очень увлечена, она как сектант какой-то, понимаешь, в свою секту успешной жизни, блин, пытается всех затянуть. Там феминистка была, а тут это... Да, да, она прям такая вот, она энергичная, с нее это все прет, плюс она говорит, я вот видите, у меня здесь значок, спроси меня как, если у вас тоже там типа проблемы, есть, спроси меня, я там все помогу. Ну, в общем, такая вот она все. А потом была вот эта игра смысла, которой я ничего не поняла. Значит, смысл какой? Было расстояние 3 фита, 6 и 18, а знаешь, вот как вот это кольцо набрасываешь на палку, которая так стоит. Вышло 3 добровольца и один, кто записывал, значит. Один мог, которому нужно было с 3 фитов бросать послабление, он мог подходить поближе, если у него не получалось. У того, кто 6, должен был всегда с 6 пытаться забросить. А 18 один раз мог попробовать близко забросить. В общем, короче, когда у кого-то получалось забросить, все хлопали, естественно, нам бла-бла-бла. Она это комментировала примерно так. Ну, вы понимаете, как это тяжело, когда ты, типа, у тебя определенное правило, и ты не можешь, типа, ну, двигаться. Когда ты... А видишь, как тебе легко? Ты, типа, можешь выбирать, тебе на 3 остаться или немножко ближе подойти. Потом все сконцентрировалось внимание на девушке, которая была на 18 фитах. Она один раз попала на эту палку. Удивительно, далеко реально, да? Она ей говорит, вот ты молодец, попала, это бывает очень редко, но это в принципе, типа, как вот как по статистике это нормально.
И в конце она говорит, а сейчас берем бумагу и пишем, говорит, запомните, здесь нету правильного или неправильного ответа, какой типа в кавычках life урок, ну жизненный урок вам показала эта игра. Короче, тут надо, как и на феминизме, блин, придумывать и выдумывать. Да, и главное, понимаешь, это надо было вот так вот, типа, да, встать, ну не встать, а, грубо говоря, отписаться, что я художник, я так вижу. Да. Ну вот я, в общем, кратенько, но тут у меня такой вопрос, я-то пишу, потом думаю, блин, надо таки уточнить. Разобраться. Я руку подняла, говорю, скажите, а вы будете там, ну, грамматические ошибки учитывать? Думаю, если будет грамматические, надо сидеть долго и упорно писать, если нет, то надо так. Она говорит, я, говорит, да-да-да, говорит, я забыла сказать, что ни грамматических, ни построения, ни структура предложения, говорит, меня как бы это не особо волнует, пишите, но мне, говорит, надо вот ваши мысли, мне надо, чтобы я видела, что вы понимаете. Ну, и я ей, короче, написала. И в конце урока с этой анкетой, когда отдавала, я еще раз с ней проговорила этот момент. Говорю, я писала, говорю, так, как я понимаю, говорю, потому что, я говорю, я вижу вот такой урок, это правильно, я же, говорю, должна была свое мнение писать. Она говорит, да-да-да, я, говорит, да, я подчеркиваю, что в этом классе нет правильного или неправильного ответа. Угу. Здесь есть просто ответ. Потому что она говорит, ну не может быть у всех. Кто-то может 17 часов подряд писать и сдать работу, а кто-то будет 17 месяцев по 2 часа писать. Mm-hmm. Там, ну, по 15, ну, неважно, короче. Она говорит, у всех свои эти. И мне, говорит, вот интересно, что ты думаешь о том, какой был здесь жизненный урок. Ну, в общем, я не знаю, бред какой. А на среду она нам уже сдала домашнее задание. Мы, как успешные люди, должны уметь выбирать главное и то, что нас мотивировать должно. Она дала, ну, вот такую вот стопочку бумаг. Это то, о чем наш курс будет. Мы должны почитать. Она говорит, выписывать ничего не надо, но хайлайтером выделить главное, что ты считаешь вот в этих бумагах, что я тебе дала. Ну и продолжим на третьем. Сегодня же три было? Нет, сегодня два. Три будет в среду. А, так это уже конец? Да, все. А. Ну вот, что тогда будет? Пойдем за карандаш. Ну, я не знаю. Одна получается фанатичная, это может быть тяжело, если она будет очень много внимания перетаскивать на свой класс. У меня 12 юнитов, мне может быть тяжело. Тем более, я знаю, что мисс Сервантес точно такой же фанатик, понимаю. Поэтому мне может быть немножко тяжело. Как говорит Елена Цезарь, наш профессор, мисс Сервантес, из Прибалтики. Да, из Прибалтики. Она говорит, что прогресс бывает только тогда, когда сложно, что идет прогрессировать. В общем, задавайте вопросы, пишите комментарии и увидимся в новом, в любом другом блоге. Пока-пока. До встречи в интернете. Бай-бай.